Три года назад я лежал в реанимации. Ковид. Тогда врачи совершили настоящее чудо. Но в нашей стране медицина должна быть не чудом, а приоритетом. Я предлагаю единый оклад для врачей не менее 70 тысяч рублей и рост инвестиций в новые технологии. И это есть у меня в программе. Спасибо. С любовью к людям. Владислав Дованков, кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых.